Добрый вечер, уважаемые наши друзья! Сегодня мы с вами на мастер-классе сделаем праздничную открытку ко дню рождения или любому другому празднику. Развязываем ленточку, открываем. У нас вот такой вот подарок. Тортик, три подарка. Сегодня мы с вами освоим, как сделать эту открытку. Нам для этого потребуется два листа бумаги или лист картона внешний и лист бумаги внутренний. Вот. Ну, в зависимости от того, какие материалы у вас есть. Цветной декор, который мы вырежем сами. Ну, простые фигуры, квадратики, треугольнички. Маленькие конфетти, простая свечка. Можно еще для украшения использовать бантики из ленточки, как у меня. Итак, приступим. Для того, чтобы нам сделать открытку, нам понадобится лист А4. Одного цвета, это у нас будет внешняя обложка. И внутренняя вклейка будет на 1 сантиметр меньше, чем этот лист. Вот сравните. Здесь отметим по 1 сантиметру и обрежем вот эту рамочку. Вот такие размеры. Внутренний лист, внешний лист. Внешний лист складываем пополам. Здесь нам надо нарисовать тортик. Тортик будет вот по таким размерам. С краю мы отмечаем по 4 сантиметра. Отмеряем и вверх рисуем еще по 4. Дальше отступаем по 2 сантиметра, то есть проводим линию. Отсюда начинаем 3 сантиметра в высоту, следующий слой. Следующий слой отступаем по 1,5 сантиметра с каждого края в 2 сантиметра высотой. И по сантиметру отступаем 1,5. Вот он у меня уже нарисован. Обратите внимание, он идет от сгиба. Основание торта идет от сгиба. Дальше начинаем его разрезать. Делаем надрезы в высоту нижнего слоя. Прорезаем. Дальше нам надо согнуть вот по этой линии. Нижний слой торта. Тортик уберем. Нижний слой уберем внутрь, то есть согнем в обратную сторону этот слой. И у нас получится вот так. Видим, да? Следующий слой мы прорезаем не сразу две половинки, а только вот эту. Опять в высоту прорезаем. И сгибаем его. Опять-таки можно наверх. Сгиб. Разворачиваем внутрь и складываем вот так. У нас получилось вот так. Ну и также следующий слой тоже, только верхний. Вот. Сложенный пополам мы разрезаем.
отгибаем. И точно так же складываем внутрь. И последний слой нам осталось прорезать. Согнуть. Если мы раскроем, у нас получится вот такая конструкция. Внешнюю обложку, которая у нас А4 по размеру, сгибаем пополам. Ровненько. И нам надо вклеить нашу вкладочку. По полсантиметрика остается по кругу. Совместить сгиб вкладки со сгибом обложки. Намазываем и вклеиваем. Ну, вклеили одну сторону. Сейчас вот мы другую наклеим. Вот так. Аккуратненько разглаживаем. Вот у нас получился такой вот замечательный розовый клубничный торт, который мы сейчас будем с вами украшать. Я заранее нарезала украшения. Ну, подарки, конечно же, да, с тортом. А как же без подарков на день рождения или на праздник? Подарки мы разместим посерединке. К ним приклеим ленточки. Ну, тоже бумажные у нас получится. И лишнее нужно отрезать. Тут же можно приклеить бантики, если у вас есть ленточки. Детали из каких-нибудь других материалов, не из бумаги, только добавят ваши открытки шарма. Ну, будет более интересно. Вот, и на маленький подарок потоньше полосочку возьму. Намажем. Бантики у меня есть, приклею их сюда же. Раз. Два. И
три. Я их заранее завязала из ленточки, которую приготовила для этой открытки. Также можно поставить наверх тортика свечку. Как она у нас получается? Серединки. Пламя на ней зажжем. Сбоку можно будет украсить праздник флажками с двух сторон. Вот у нас с вами с двух сторон гирлянда. Вот. И мы можем теперь приклеить на торт украшения конфетти разного цвета. Розовые, голубые, фиолетовые. Ну, по цветам вашей открытки можете любой взять и разместить их в хаотичном порядке. Вот, еще нам не надо немножко беленьких. Вот я делаю это вот таким дураколом одинарным. Вот. И заканчиваю торт, точнее декорирование торта. И у нас получается вот такой красавец, клубничный, замечательный тортик. Можно еще аккуратнее, еще красивее. Дальше нам нужно это все упаковать. Для этого клей попал, надо обязательно все склеить, чистить, а то вдруг открытка ваша склеится. Нехорошо. Свернем. Возьмем ленточку. Ну, примерно она здесь сколько? Сантиметров. 30. Ну да, где-то около 90 сантиметров кусочек ленточки. Можно любой другой шнурочек использовать. И закроем ее. Завяжем открытку. Завяжем ее на бантик. Когда ленточка золотая, это выглядит еще красивее. Бантик завязать. Бантик завязать руками, которая в клее, очень тяжело. Но надеюсь, мы справимся. Ну вот, наконец я справилась с этим бантиком. Вот. Достаточно потянуть за ленточку, и открытка откроется. Вот что с нами. У нас теперь две таких открытки.